Я бы сказал, что это уже эпилептик кит играет, ребят. Ой-ой, какая хорошая банка от Сайки, потрясающий рор. Ой-ой-ой-ой, какой шикарный подкоп, палка по твоим, умирает моментально два кора. Такой Егор мне больше нравится. Blinding Light на миллион долларов. Так, алло, алло. Привет, прием. Матч дня. Ого, Никс Ассасин. А на чем качок будет играть? Вот ему Торрента забанили. Есть у них еще какие-то стратегии? А, на инче, точно. А, нет, подождите. Инчу спиздили. Ага, и выход в шторма, наверное, даже, несмотря на то, что все равно, да? Никс Ассасин. Ну, пока, если честно, наунс выглядят потерянными. Если это их заготовки после вчерашнего матча с Гладиаторс, Никс Манки Кинг, то это странно выглядит, если честно. Ну, может быть, Лелис, типа, супер задрот на Никсе, я не знаю. Посмотрим. Чен? О, вот они заготовки. Значит, качок на Чене. Я не смотрел прошлый матч, я увидел только... результат. Ну, как будто бы, знаете, на этом инте команды как быстро зажигаются, игру жизни играют, так и быстро тухнут. И поэтому я такой, ну, мне кажется, это все проблема формата групп. Что, типа, некоторые команды серьезно относились к группам, которые ничего не решают, а другие ничего не делали и забили хуй. И следствие, типа, получается, что, условно, типа, Spirit выиграли 2-0 Liquid в супер охуенном матче, да? Один из лучших матчей этого инта. Liquid топ-6 турнира, Spirit в шаге от вылета в топ-16. У одних сетка Nouns Aurora, у других сетка Extreme Falcons. То есть сам формат турнира, он вообще как-то все ломает. Чего не решил отдохнуть? Неужели тут есть на что смотреть без обид к обеим командам? Ну, этот матч я сегодня ждал, на самом деле. Ну, потому что это выход в топ-8. Falcons OneWin мне меньше интересен матч. Кто бы что ни говорил, конечно, я не верю в то, что победят OneWin Falcons. Но на этом инте как будто все что угодно может произойти. Окей, будут Маки Кинга до конца флексить. Получше стало? Ну, получше стало, я полежал в это время. Остаются для тебя спирит фаворитами? 100%, но у них сетка очень тяжелая. То есть им придется обыграть экстримов и фальконов, прикинь? Это ж пиздец. Можно Маки Кинга поставить мид, если он хорошо на нем играет. Добрать просто кого-то гирокоптера. Разор. Мне не нравится. Разор в БКБ контроль плохой герой. Линии очень хотят победить, да? Девил заспамят, как будто бы не. А, это мид Разор. Почему? Зачем? Типа сигна его или что? В инвокеры же хуёвый разор. Или кончились герои просто. Хуёво играли для разора. БКБ контроль, инвокер матчап в миде. Странно. Плюс форстав, саппорты. Ну типа что инча, что и котов покупают всегда форсы. Тут легко рвать статик. Нет какой-то синергии с героями в миде. Ой, с сапами, чтобы под мид прешерить. Может быть это его сигна, типа, я не знаю. Да нет, у него вроде нету много официалок на нем. Я уверен, что весь драфт они думали о том, что Monkey King будет мид. А потом они просто резко переобулись. И как будто бы это хуевая идея для них, если честно. Ну, мне Bad Boom драфт больше нравится. Такое редко бывает. Но у них драфт пизже. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, вчера был Dragonite против Gladiator с такой же поплавленной, я согласен. Но! Почему палку не жмет чел? 4 руны у Bad Boom. Блять, боже. Ну что с дотой сегодня, блядь? Блядь, и вот от этих челов, блядь, спирит вылетели, блядь, в нижнюю 0-2. От этих челов. А потом вы говорите, что когда я говорю теорию о том, что мне нужно было 400к с баланса срезать, блядь, это шиза. Вы это нахуй видите или я это один вижу вообще? Это челы, типа, вообще просто раки нереальные. Ну ладно, может я их рано храню. О, хорошо, конечно, это очень на разоре. Прям очень хорошо, 4-3 с первых пачек. Я, кстати, уже какой раз смотрю его лейнинг. Он прям реально вот, ну, очень сильно лейнит. Прям в этом плане он реально красавчик. Пока на линиях, вот я удивлен, но Bad Boom сосут. Что самое на самом деле нестандартная ситуация, которую можно представить. Увидеть Bad Boom сосущих на линиями. Убить сатирчик, который... Так, а на самом деле можно под палку-то его попробовать убить. Флай, тычка. Да, это ферстблад для Юмы. Отлично играют наунс в легкой линии. Слушайте, я поражен тем, насколько этот чел хорошо крипов добивает миди. Вот он из ниоткуда вышел, но он против сильнейших мидеров всегда стоит охуенно стабильно. Вот сколько игр я его не смотрел, и матчапы против Ларда и так далее. Очень хорошо играет. Так, ответный килл здесь пытаются сделать ББ, и у них получится. Еще тычка от Торонто, да, это 100% килл. Умирает Гуннер. Размениваются ребята здесь по сайдам. Уже скоро будут арканы.
Так, здесь пока мы не имеем. Нападают на Мейера. Очень далеко у нас Keeper of the Light. Пытаются наказать у нас Мейера за то, что стоит один. И не получается этого сделать. Но Мейера... Ну что, типа, он попытается с танка отожраться. Но как будто бы сложная ситуация. Так. Ой-ой-ой, Юма. Пытается просто прыгнуть на Мейера. Нет у него, если что, палки. Не получается у него его убить. Но у Мейера очень больно, да. Он купил себе еще такой билд. Ай-яй-яй, почти, кстати, если что, добивает. Он еще купил такой билд себе без статов практически, да? То есть это просто сапог Виндлейс. Потерпеть чисто линию. Очень тяжело здесь Мейера. Ну, я скажу так, Наунс выиграли линии 100%. Потому что Кентавр себя чувствует отлично. И дальше он будет себя чувствовать еще более отлично. А вот Мейера как камбэкать вообще пока не понимаю. Разор. Идет еще, кстати, забирать руну богатства. Его не видят. Проходит проверить саки, может быть. Если он, кстати, встретит Инчу, он ее может убить. Нажимает ультимейт. Так. На варде видит его. Качает вражеские стаки у нас здесь копи. ГПК подходит, хотят за... Да-да-да-да-да. Хотят наказать копи здесь за ошибку. Ребята из Бэтбум. ГПК видит копи. Это 100% килл. Ошибка от Разора, конечно, прям во вражеский лес. Пошел фармить так нагло. Нападает на Мейера, но сейф не тратит пока что здесь Блендинг Лайт. Если что, защитит своего тиммейта. Лели, за... кстати, за... еще заспоутил здесь стаки большого кэмпа. А вот Эншей, кстати, ребята забанили заранее. В центре только что пропадает, поэтому даже первые Энши не резнулись. Так, ГПК сейчас может встретиться с Флаем. Ой-ой-ой, увидел Флай. Флай понимает. Так, Юма здесь же. Отходит от ЕМП на Сайку. Пошла арена. Сайку взорвут на самом деле за Флая. Или не хватает? Отличный Blinding Light от сейва. Выкинули с арену Юмы. Юме очень больно. Юма сейчас будет умирать. Гуннер тоже будет умирать. Прекрасная игра от четверки команды Bad Boom. Отлично просто. Blinding Light на $1 000 000. Забавно, что у него буквально, да, сложно сделать какой-то импакт на пятом левеле котле без сапога. Но он умудрился одной кнопкой просто перевернуть вообще файт. Потому что если бы арена там... ну, если бы он не вытолкнул его из арены, файт бы был бы в обратную сторону абсолютно. И вот так вот ребята из Наунс так долго готовили этот мув. И в итоге у них вообще ничего не получилось. Так, ГПК. Вот это мне нравится, что начинают активно играть Бэтбум. Они так и должны делать. Наказывать ребят из Наунс за то, что они не могут как раз-таки этого делать за счет своего драфта. И, ну, инвокер просто тот герой, который может бегать, ебать сайды. А Разор это просто герой, который ничего не может. Поэтому меня и удивляло, по сути, вот этот его ласпик. Так, Гуннер Блэдмейл, 350 голды. Мейера, кстати, за это время сильно камбэкнул. Потому что пока этот файт происходил, он просто качался. Плюс он еще настакал себе кабаном Эншей. Ребята начинают здесь фармить. Сейв очень хочет получить себе спирит форму. Кстати, сейв в этой игре играет через Solarbind. Помните, эту игру играл он через Recall? Я думаю, это исключительно было связано с тем, что он играл со штормом. А вот в этой игре он решил сыграть через Solarbind, больше через замедление. Такого более атакующего котла. И вот, по сути, камбэк без мастера произошел. 6-й левел мы видим на котле. Это еще не докачанные стаки до конца. Как он сейчас, конечно, потерял время, пока бегал. Так, найдет ли он копи? Находит. Шикарный смок от сейва с Мейера. Потрясающе. Хватит ли урона? Копи пытается выйти. Так, нажимается стампик. Копи выходит. Не хватает урона. Как будто бы хотелось плюс одного героя здесь иметь. Почему здесь не было инвокера? Почему они были уверены, что им хватит урона вдвоем? С первой задувкой. Какие-то плохие математические способности. Если честно, я должен был... Ну, должен был 100% подходить сюда инвокер. Должны они думать, во-первых, о чем? О том, что первая задувка у котла. И это не тот герой, который как Снэпфайр нажмет под рор ульту, и он умрет. А во-вторых, ульт Чена. В-третьих, ну, стампит. Все это нажимается, ну, глобал по всей карте. И все это, конечно, естественно, нажмут Разору. Поэтому тут 100% должен был быть инвокер. Но какой-то вообще... Сам по себе мув пиздатый был, потому что они предугадали, где будет Разор. И вышли в тайминг. Но без инвокера это все происходило. Так. Контрсмок от Бэтбум. Гуннер умирает. Знают, что стампида нету. Не летят даже ребята, понимают, что это бесполезно. Да, нормально, он так еще раздал пассивку из Блэдмейл в ответ. И здесь нажимается на Мейера, кстати, смог. Сейв, больно ему, не добивает Юма. Выходит и Мейера, и сейв. Не получается здесь. Ну, наунс из-за того, что у них нету... Так, Лелис ищет сейва. А сейв это понимает. Лелис идет до конца. Попадет ли станом? Юма добивает его, выходит. Да, это было прикольно. Так, ГПК забирает руну мудрости. Ребята не дерутся за нее, забирают ее просто у врагов. Пика от Разора от ГПК будет на шмотке. Здесь все по стандарту. Очень богатый алхимик. Лелиса видно на варде. Вот он фрикил для Мейера. Прекрасно. Вот это вот кайф. Забирается на страйком еще ГПК этот килл. Так, ребята, пошли забирать Рошана. Если что, отличный скан от Наунс. Наунс все это прекрасно понимают.
Они уже идут в смоке мешать им и не успеют ребята забрать. А я говорил об этом, о том, что на Аганиме Беста ты очень хочешь пойти забрать Рошана. Но проблема-то в том, что у него КД Рора выходит. У нас команда Бэтбум видит Мейера. Птичка станет, сбивает этот момент. ГПК подходит, пошла Стампида. Но копия есть БКБ, поэтому Мейера моментально убивает. Но этого мало как будто бы. Все, потратили. Хочется еще забрать сейва. Гуннер бежит. Дайгер 7. Сайка выкидывает бочку. Лелис, естественно, никуда не отпустит у нас сейва. Убивает его стычки. Два героя без байбека умирают от команды Бэтбум, как будто бы. Это было максимально хуевое решение. Это прям афера века. Потому что, если так подумать, у вас нету Рора на бесте. Бля, ну я реально говорю, что Бэтбум намного хуже, чем анаунс играют. Хотя у них хороший драфт. У них странное принятие решений у Бэтбум. Очень. Фри Аиг для Манки Кинга, фри вышка в топе для Манки Кинга. Ну, точнее, для Кентавра. Манки Кинг уже возвращается бот. Дофармил догон за это Никс. Конечно, теоретически, вряд ли это кого-то удивляет, да, но... Кстати, хотят сейчас убить в топе загулявшего Гунара. Гунар успеет ли сделать... Успевает сделать блинкдаггер. У нас Гунар просто въебали кучу времени. Бэтбум. Четыре героя стягиваются в топ. Флай в это время делает тэп-аут на базу. Гунар, если что, тоже выходит. Просто бегают по карте. Бэтбум с алхимиком проигрывают по золоту уже. Супер рады вообще тем, тому, что происходит команда Наунс. Ну, что-то он подумал, Лелис, на самом деле. На Карапаса как будто мог поймать. Так, в миде нападение на Копина, он с БКБ. Так, немножко пробили его как будто бы просто. Гуннер стоит на варде, он даже не подозревает этого. Вообще всю команду Наунс видно. Так, Лелиса сетапят. Лелису больно. Не... Это какой? Это третий Иллюминейт. В итоге хороший Глейпнер. Пошла арена. Убьют просто Торонто Токио и сейва. Или сейва не хватит? Нет, хватит урона. Нажимается стампит. Гуннер бежит прям по Т2. Сейва добить. Ой-ой-ой-ой. На самом деле сейчас может быть хороший файт для команды Бэтбум. Мейера прилетает. Ульта Чена. Добивает сейва. Нету ни одного байбека. Выбьют Аегис. Окей. Но Мейера очень больно все это время. Качок бьет его. Встает сейчас у нас после Аегиса Юма. Юма без кнопок выпрыгивает на шарде. Отлично успел, кстати, купить шард. Дополнительный эскейп получил Юма. Очень сильно давит на аунс. Я прям в ахуе, если честно, с того, как они агрессивно играют. Ничего вообще в игре. Так, Лелиса увидели на центре. Лелиса убивает. Надо выходить с Юми отсюда, похоже. Нормально, кстати, похилился с догоном. Играет без БКБ эту игру у нас Сайка. Ого, что-то новенькое. Я в первый раз вижу, что Егор играл без БКБ. Его любимый предмет. Странно, что вышку не задонал на разоре. Так, на ребят выходят. Не успеют ли добить терзателя? Пока непонятно. Но если что, разревели флай. Эту всю движуху. Флай. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой, какая хорошая банка от Сайки. Потрясающий рор. Минус два героя моментально от команды Бэтбум. Копия. Вынужден нажать БКБ. Убегает отсюда. Ебать, Егор сам не в себя как будто бы. Жесть. Играет без БКБ, холит, файтит. Сразу два типа получает от своих тиммейтов. Вау, браво, Бэтбум. Браво, браво, Егор. Вообще не узнаю Егора. Не, ну такой Егор мне больше нравится. Это точно. Ну, это было очень потно, и Наунс вообще не могли бы, не могли даже это предугадать, что такое может произойти. Это реально было очень потно. Что-то такой вот быстрый смог будет и просто прыгнет. В No Vision буквально прыгает алхимик. Дает банку по двум героям. Но получилось так, что... Так, флай! А куда? Все, поплыл? А что делает чел? Ёбаный врод. Наунс как-то очень легко сломать, знаете? Один файт как будто бы и все. И они после этого просто пропадают с карты. Ладно, Сайка Прайм. Сайка Прайм, ребят, Сайка Прайм происходит. Просто трах тебе дох. Абсолют видит все и ебет рак. Происходит полнейший трах тебе дох вообще. Не получается у Наунс собраться с мыслями, их просто по КД убивают. Лелис вообще что-то, да, странненькое делает. Первого догона, 0-3 сман. Я согласен, что, ну, Solar Crest MBA, но тут нужно понимать такой прикол, что не на всех героях охуенно он сидит. Типа, Никс Ассасин — это не тот герой, на котором пиздат сидит Solar Crest. Но у них, наверное, знаете, есть скрипт, типа, просто метовый. Так, Тайка заряжает банку. Сейчас будут убивать Лелиса. Лелис Таверн. Ой-ой-ой, нашел Гунара еще, Сайка. Вот так вот. Бля, ебать, Егор охуенно в этой игре играет. Егор не купил... Доджит ман... Ладно, не доджит, это я уже переагрессировал. Ой, переагрессировал, перехайпил. Не покупает БКБ у нас Егор. Вот дефолтно Егор купил бы БКБ после манты. Но Егор купил блинк и пиздец, как сильно его реализовал. Очень круто. Я вообще как будто бы не узнаю Егора в этой игре. Очень сильно, очень сильно. 20 тысяч на торс. Сколько там получилось? 800 с чем-то, да? 800 ровно ГПМа.
Так, нажимают у нас ребята смог. Понимают, что отдать второго роша на алхимику — это практически проиграть игру. Юма еще находит дабл дэмэдж. Видит фарт. Торонт его разбивает. Юма обходит. Так, ребята будут обходить до конца. Смог не ревилится. Нужно быть аккуратными. Нужно вообще как будто бы МК пустить. Флай! Ревилит здесь смог. Разбивает моментально его сентри. Сайка заряжает. Ой, промахивается гуннер станом. Ни по кому не попадает. В итоге ЕМП отличная по двоим. Так, пытается заберсить ГПК. Но его просто форсует. И чел сам себе ломает арену на Монки Кинге. Все кнопки потратили ребята из Наунс. Умирает в это время просто флай без позиции. Копи. Просто ловит рор. Так, хороший подкоп на самом деле от Лея. Ой-ой-ой-ой, какой шикарный подкоп, палка по двоим, умирает моментально два кора. Но байбек от Сайки, Сайка не забирается отдавать Рошана на халяву команде Наунс. Юма отсюда уже никуда не уйдет. И Бэтбум выигрывает, конечно, здесь файт, но... Как будто бы могли... А как так? Это... Как он так застанил? А, все, не увидел. Мне показалось просто, что он в нерэнджи стоял на Никсе. А, и тут Гуннер подставился. Гуннер подставился. Ну, у него лотос есть. Так, нажимается лотос, санстрайк, стенка. Продолжает его бить здесь ГПК. ГПК его просто запиздошит рукой. Да, забил его ГПК просто до смерти. Бля, ну Nightfall играет эту игру просто охуенно, я вам скажу. Просто охуенно. Я бы сказал, что это уже Epileptic Kid играет, ребят. Это уже Epileptic Kid играет, а не Сайка. Очень хочет Егор в топ-8. Так, нажимает ультимейт, начинает бить Т3. Есть глиф команды Radiant, но в таверне кентавр. 9000 преимущества Бэтбум. Есть Аегис. Нет байбека на алхимике, но убить его два раза как будто бы просто невозможно. Будут ждать, как я понимаю, кентавра, дадут две стороны. Ну а Бэтбум же выйдут просто. Лестница кентавр, Бэтбум просто выйдут. Перегруппируются, распушат линии, зайдут по третьей. Просто аккуратно и все. Да, просто вышли, минус две стороны. Личная игра от Бэтбум. Не получается у ребят из Наунс ничего. Но я думаю, это еще и вследствие драфта, конечно. Хоть своими делами занимается. Так, Юма обходит в спину. Может найти сейва. Нашел Торонто Токио. Будет пытаться его берсить. А хватит ли ребятам урона его заберсить? Вообще ноль урона по Торонто Токио. У него больше 2000 хп. Пошла арена. Сайка. У него Аегис. Он ее просто откатил. Ай-яй-яй. Очень больно все. Торонто Токио, даже не заходя в арену, убивает Гунара. Копия вот опять же на своем. Я говорю, как ты играешь на Разоре, Ласпик. В инвокера и в БКБ контроль. Без шансов просто перерезает здесь эпилептик всех. Не, ну охуенно. Егор охуенно сыграл. Наверное, лучшая игра его найти, если что. Вот без шуток. Реально, игра была в абсолютном нуле. Он ее в соло перевернул. Ну и ГПК на инвокере тоже браво. Это его герой. Он играет активно. И очень четко. После той игры на Фурионе искупление происходит. Масс байбеки нажимает наунс. До конца не хотят сдаваться. Но я не вижу ни одной причины Бэтбум здесь отходить. Так, прыжок на Миера. Но у Миера еще есть Кримсон. Миера так просто не убить. Сайка заряжает бочку в Юму. Сейчас будет умирать Гунар. Гунар без байбека. Гунара убивают. Этот пайп ничего не дает. Лелис нажимает ульту. Юма пытается драться с Сайкой. Но Сайке абсолютно поебать. Нажимается еще одна бочка. Есть блинк. Сайка... Да, нет, Сайка выкидывает бочку у нас здесь в копе. Сняли в итоге Юму. Отличные топоры от Миера. ГГ пишет Юма, ливает из игры. Сайка идет под фонтан. Ебать, добрый вечер, нахуй, ребятки. Не, ну все Бэтбум отлично сыграли эту игру. Но именно тем, кто взял ее в свои руки, кто был таким лидером, это точно Nightfall. Окей, Epileptic Kid, я бы его даже так в этой игре назвал. Я думаю, что при хороших пиках Наунс могут победить Бэтбум. Но как будто бы у них реально проблема с пулом после того, как они все показали. Как будто бы им просто нечем играть. И все. О, спиздили Трента. И убрали Омнинайта. И на чем он будет играть? Мне кажется, он в ахуе после этой ситуации. Я думаю, он просто не понимает. Ну, Феникс говно, сверка, ты хочешь милишного героя кого-то. В идеале любая тима бы Тускара взяла. Просто я его ни разу на нем не видел. Но Тускар здесь идеален. Может быть, Гунарчик сейчас такой говорит, дайте Марса. Сэнд Кинг. Ну, выглядит как 1-1, если честно, по драфтам. Просто Наунс в прошлый с драфтом насрали, а в этой у них реально все хорошо. Походу, реально качок сейчас на Тускаре будет показывать. Я, кстати, представляете, я забыл о Сэнд Кинге, ведь они этим Сэнд Кингом выебали Спирит 2-0. И это супер охуенный пик, потому что это еще флекс Сэнд Кинга. То есть, типа, Бэтбум сейчас не понимает, это Сэнд Кинг мид или тройка. Инвокер. О, спиздить инвокера мне нравится. Хорошая идея. Я не знаю, что должны взять Бэтбум Тим, чтобы спасти ситуацию по драфту здесь. Как будто бы тут КИО, фаталити от качка. СФ и качаться тоже скрытый пул. Панга. Грустно.
грустно, но как будто просто ничего не осталось. Ну, типа, ты берешь панка, потому что просто ничего не осталось. Ну, в моем понимании, Наунс перепикали. Сильно причем перепикали. Вопрос исполнения только. Интересно, кстати, копия вообще на инвокере играет. У копи 0% винрейт на инвокере. Ну, хуево, и тогда им будет, если это так. Инвокер. 20 игр, 60% винрейт. Ну, а что за 0%, братан? Что за фейк-инфа? За последние 3 месяца на инвокере у него 3 игры, 0% винрейт, 1 КДА, 1 КДА, нихуя себе. Ну, смотрите, за последние 3 месяца он не играл. Но в целом на герое он играл. В целом он знает, что у героя кнопки делают. Просто знаете, как я понял, что он не потный инвокер? У него вот этот сет бесплатный с катакомб. Тут либо нужно быть топсоном и какой-то всратый сет одевать. Ну, либо ты должен быть на... Либо ты должен быть заряжен, понимаете? В дорогие шмотки. У Флая 23% инвокер на Тускаре. Блин, я надеюсь справиться. Ну, Флай всю жизнь доту играет. Тускар простой персонаж. Новый Тускар, ты максишь третий спелл, нажимаешь на чела, у чела 25% МСа и 95 урона. Тут как будто много чего-то надо уметь, да как будто бы нихуя. Просто имба. Справится, я думаю, надеюсь. И все равно я смотрю на драфт Дайр, он прям сочный. Он прям очень сочный. Да у него платиновый инвокер, да он разберется. Ну да, он не играл последнее время на нем. Ну, я уверен, он разберется. Еще и не факт, что он не... Ну, может, он на КВшке, то хуя на нем играл. Ну, в отличие от предыдущей игры, где челы 4 руны забрали, здесь 2-2, так что в целом все неплохо. Ну, вообще, если что, это фримача для инвокера. Мы вчера видели, Малрин стоял против как раз-таки Топсона. Топсон ему просто ебальник разбивал, стоял и все. И ты на пангалере, по сути, просто на свой фарм играешь. Если ты еще торнадо потно можешь нажать в момент прыжка... Ой-ой-ой, Сайка уже делает фирстблад. Вот я, кстати, поэтому и подумал о Марсе, как будто бы инвокер тот герой... Ой, инвокер, точнее. Тинкинг тот герой, который может тут просесть на линии. Он еще, кстати, Лелис. Он вообще еще, кстати, без регена играет. У него такой закуп, типа. Мне кажется, он всегда так закупается, но без топора. Но увидел торнта, взял топор. Пошел фастфейзы. 10 на 4, против 6 на 3. Очень все хорошо, ГПК. Ну, тут третий левел, инвокер уже очень прям комфортно себя будет чувствовать, просто его райт-кликая. Так, два в резбленда. Ну, разбей ты руны-то, не? Или что? А почему он ему отдает руны воды? Почему? Охуеть. Вы поняли? Потому что я не понял. Он мог разбить руны воды, но он дал обновить бутылку. Убили, кстати, в это время у нас Юму, ребята из Бэтбум. Жесть. А зачем он отдал ему фри руны? Он же без ресов бы стоял на панго вообще. Знаете, Бэтбум после победы почувствовали вкус того, что Наунс раки, почувствовали вкус рачков. И вот на линиях подпиздивают их. Гунара опять хуйнули здесь. Нашел Егор себе фразу, которую можно поспамить. Так, Гунар. Торонто, Токио встречается. Ладно, что-то Гунар растильтол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Промахивается вторым спелом. Бля, он только... Бля, эти люди из Пири 2-0 закрыли, блядь. Это пиздец. Бля, насколько дота, блядь, уникальная игра, я серьезно говорю. Я просто это наблюдаю, я просто смотрю. И вот это Гунар, понимаете? Вот это Лелис. Я это все видел, блядь, 1000 раз. Но почему они тогда сыграли лучшую игру в жизни? Почему тогда Спирит решили вообще ничего им не банить? Почему все вот это произошло? Притянись, брат. А ты уже не сможешь. Ого. Ого. А там первый спелл, КД. Ебать! Эль-креатин просто в голову ударил. Ладно, качок. Вот на этом хайлайте можно уже ГГ писать, я считаю. Ну, бля, ну у вас Скорпион 1700 нетворс. Вот в чем была проблема? Спирит, вместо того, чтобы взять ебаного пятерку Рубика, блядь, спиздить Трента, либо забанить его. Вот все же просто. Вот, ну, простейшее же решение. Ну, вот почему я к нему прихожу за 10 секунд? Я им кричал, блядь, все бы 3 это сделать. Не берите Тинкера, забаньте Трента. Вы никогда не проиграете этим челом. Ну, нихуя. Но еще и в это время сами по себе еще Наунс играли хорошо. А вот сейчас вот это те Наунс, которых, ну, я всегда видел. Вот они, те Наунс. Вот все, как будто бы на свои места. Есть такая теория о том, что Матрица вот этим Вачовски, знаете, как просто голову загрузили им, чтобы они просто сценарий этот передали в мир. Так же и тут. Просто, блядь, Наунс загрузили, блядь, сценарий, что им нужно. Ебать, Флай пошел, Прайм. Охуеть. Да, Флай красавец. Кто пиздел на Флай Тускара? Да, я пиздел. Да не, кто-то в чате пиздел. Еще и вард разбил. Охуеть, добрый вечер. Кстати, Юму сейчас можно будет убить под Дум. Прилетает Торонто. А Дума еще нету. Юма. Нужно сейвить пацана. Сейвить пацана. Слово пацана. Чушпаны нападают. Помогите.
Ладно, он просто вышел пешком, подходит флай. Охуеть, до конца, дай, да отстаньте. Еще игра на хаешечку тебе. Пиздец доебался, кстати, вард прикольный от сейва. По пикселю достанет. Так, нападение на Мейера, Мейер левел 5. Лелис рядом, не нажимает пока что свои кнопки. Флай, флай, флай. Отличная игра от флая. Здесь же Торонто, нет, Лелис, а нет, Лелис на стиках выжил, но Юма не выживает. Юма пытается откинуть еще пауэршот. А что с инвокером? А, ТП мы не жмем, потому что... Почему? Потому что гнида ебаная, да, получается? Потому что гнида ебаная. Не хочет своего тиммейта сейвить. Все это время было ТП у Скорпиона, все это время было ТП у инвокера. Пока, блядь, Флай вам программы тренировок пишет, пока он с вами, блядь, пробежки, блядь, выполняет, тащит вас к успеху, вы даже не можете помочь, блядь, своему братку, блядь, своему капитану. Поражаюсь вообще. Что-то бегает он, блядь, туда-сюда, туда-сюда, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. А даже не понимают пацаны, что на варде стоят. Даже не понимают, вот такой банальной правды. На, нахуй. Ну вот теперь-то вы понимаете, да, помигал? Да, помигал. Теперь я понимаю, он говорит. А чё Скорпион? А чё Скорпион? А без ресов Скорпион прилетел. А нахуя ты прилетел без ресов, скажи мне? А чё с этими челами из Наунс, скажете вы? А я вам скажу, ребят, да это Наунс, нахуй. Естественно, они так и должны играть. Это Наунс, блядь. Чего удивляться-то? Подстригли овечку на 400 тысяч, все. Вернулись сразу к Наунсу. Такое выражение есть прекрасное. Разгот и палка стреляют. Его можно перефразировать. Разгот и Наунс стреляют. Ну, больше не игра жизни. Вот. И добрали бы просто Марс. У них же бы вообще не было бы этой ситуации, которая у них сейчас в игре происходит. Бля, ебать, он уже... Он 10 тысяч шагов уже на инвокере прошел. Я бы на его месте бы АФК встал. Он уже дневную норму использовал. Ебать, единственный, кто играет здесь, это Флай. Единственный, кто играет здесь, это Флай. Пиздец он старается, вот серьезно. Бля, вот реально, вот есть люди, вот серьезно, которые разбираются вот в этих вещах. Вот как это произошло? Вот кроме того, что это магия. Вот есть люди, типа, суеверные, да? Вот я не скажу, что я суеверный, но вот эту вещь, как магия, же невозможно объяснить. Почему челы, которые всегда были ебаными лоу-скиллами, сыграли две игры жизни именно в тот момент, когда я поставил деньги? Почему Спирит, которые сыграли идеально группу 6-0, выиграв команду, которая... Выиграв команду 2 игры без шансов, которые уже в топ-6 инта, пикнули худший свой драфт и не забанили вообще ничего? Вот почему? Вот я уверен, что просто, ну так, таймлайн, понимаете? Сериал Локи смотрели, так должно было просто произойти. На аккаунте Юма играл Миракл и так далее. То есть, ну, просто игра жизни. Раз в год палка стрельнула просто и все. Ой... Сколько-то, сколько-то, никакого боя. Сегодня игры? Хуета, блядь. Еще и после вчерашних, пиздец. Ну что, вот прям ни одной нормальной игры, блядь? Ну что это за бред вообще? Что за день такой сегодня? Разгрузочный. Камбэк Талон? Блядь, не напоминай мне игру Талон. Это вообще... это то, что я хочу забыть. Я на кровати лежал, плакал час после этого. А ты мне напоминаешь опять это. Так, блин, ну Флай за всех отрабатывает, и варды находит, и лучшее КДА в команде имеет, и все вообще просто делает, и кнопки жмет, блядь, и хайлайты творит, просто уворачиваясь от кнопок. Флайчик, брат, вообще как будто бы старается, короче, не хочет с интернешнл вылетать. Столько времени он играл, неужели все напрасно? А это топ-12, да, получается, для Флая? Да, получается топ-12. Ну, знаете, тут еще смотришь на призовой, а, да, 49 тысяч. 49 тысяч? А это на всех 49 тысяч? Нет, это команде 49 тысяч. Вычет налогов, давайте сразу, это 25 тысяч минус 50 налогов Дании. Делим на 5, по 5 тысяч долларов. Ну да, тут, конечно, больше за титул играют. Star International — это где там какой-то урбанишка, блядь, приезжает, потому что просто есть в тиме там Санейка, который все сделает и лутает там какие-то десятки тысяч долларов за последнее место. Такие времена уже прошли. Блин, за 9-12 получаешь 5 тысяч долларов. А, еще Орга заберет, точно. Они, еще же Орга заберет процент. Дай бог пятера хотя бы придет. Ну, может там вообще штукари и в Subway пойдут по бургеру, по сэндвичу себе купят просто и разъедутся. Еще и в долгах останутся, потому что билеты дорого сейчас стоят. Так, ой-ой-ой. Успевает Гуннер выйти. Так вот, надо было с мяча нажимать, начинать на фею. Так, Nightfall, Глейпнер. Флай тут отсрочил смерть на 4 секунды. На парочку. Бам. Спонсор забирает какой-то процент? Ну, Орга забирает. Не спонсор, а Орга. На. Умрет. На базе умрет.
Это же второй дом? А, нет, это первый дом. Если первый дом, то не умрет. Сегодня день просто, блядь, худших игр на инте, а в чате постоянно все пишут, блядь, какой-то тайминг, где, блядь, кто-то крипа добил. И просят меня отмотать. Вот как я характеризую, блядь, сегодняшний день. Ну, я говорю, это еще, блядь, на контрасте пиздец как сильно выглядит, потому что вчера пиздатые игры были, а сегодня прям, ну, вообще ужас, нахуй. Вот я реально, вот, ну, я на Steam Cup получил бы больше удовольствия, чем от сегодняшних игр. На Steam Cup хотя бы, блядь, непонятно, ну, кто победит. Пиздец. Врезался. Ебать, кач. Эштон Катчер просто. Просто играется с ним. Один Вейс Ворлд там. Сюда, суки, блядь. Сюда, блядь. Прикрывает своей мощной, раскачанной спиной своих бойцов. Ну вот, честно, как киберспортивная игра, ну, Dota сдеградировала. Как киберспортивная игра, именно. Просто я сравниваю с League of Legends, Valorant, там, типа, вот ими, их конкурентами. И они в этом плане, ну, как бы, более их чемпионаты мира, как бы, такие, как сказать, красивые. Там все какие-то артисты записывают музло специально для них. Делаются какие-то ролики, синематики красивые. То есть, какие-то вещи там постоянно интегрируют, какие-то скины крутых игроков, продают их, что-то там придумывают, герои выпускаются. Какие-то арены ебануто заполненные миллиардами людей просто. Ну, то есть, в целом онлайн, как бы, просмотры игры. То есть, вот это все, как бы, все это было у Доты, понимаете? Вот, я не помню, кому принадлежит эта фраза, но это, кстати, очень прекрасное сравнение, что Дота, это, короче, как два сына в семье. Один, короче, ленивый гений, а второй, типа, такой бесталантливый трудяга. И на дистанции, как бы, второй переработал, а первый просто торчался. Вот. Один вор, другой прокурор. Но это не, как будто бы не особо подходит, если честно. Нет, то, что игры классные будут, это да. Я сравниваю Доту исключительно с точки, ну, с киберспортивной точки зрения. Мы смотрим International в 24-м году, который хуже, чем International там, в 16-м году, там, в 17-м. В целом, типа, арена, хайп, ну, какие-то вещи, которые просто, ну, делаются пиздаты именно для чемпионата мира, я про это имею в виду. Ебать, Гунар. Вот это флекс, брат. Это флекс. Видел новый прессовалик? Видел, да, но мне не понравилось. Нет такого вайба, как раньше. Да просто графика слабого уровня. Нету прикольных каких-то коллабораций, вещей, дизайн. Ну, посмотрим еще, конечно, церемонию открытия. Я уже такой, я уже одной мыслью в дедлоке. Я уже одной мыслью в дедлоке. Я надеюсь, что 13-15, когда будет стадион, Valve что-нибудь анонсирует по поводу дедлока, там, условно, там, International, дату выпуска, что-нибудь, короче. Я не слежу за Fortnite, но я слышу, что они не стали вообще заниматься киберспортом, потому что это просто невыгодно. И намного выгоднее сделать коллаборацию с Человеком-пауком или каким-то там, я не знаю, Киану Ривзом. И Тачи, и Саски, и это будет намного просто финансово выгоднее. И еще, это одна из новостей, которую я слышал про Fortnite. И вторая, что какие-то русские парни выиграли какой-то чемпионат, чуть ли не чемпионат мира, и им просто деньги не заплатили. Вот это я тоже слышу. Так, Last Fight, походу, от Наунс. Сайка, Саейгсом, ничего не боится. Юма, БКБ Ультимейт, ГПК его просто отзонил. Гуннер прыгает в Торонто Токио, не наносит урон, потому что здесь пайп, или что? Непонятно. Нет, все-таки убили его. Так, окей, добили здесь Гунара в размен на Торонто. Нет, тут пайпа нет, тут просто грифсы нажались. Этого хватило. Копи. Паш, ой-ой-ой. Только не качка. Только не его. Бля, как же он ебет? И шардами закрывается, и доджит сноуболами, но... Тут никак, тут тип дифференс. Так, спириты могли ему лазануть. Ну вот я тебе говорю, есть такие вещи, как теория заговора. Масоны, рептилоиды, они контролируют планету, вот ты смеешься, а по факту так и есть. Нужно было просто уравнять. Постричь овечек, понимаешь? Продать шерсть. Созвездие, понимаешь, телец сложился на небе так, что вот все сошлось. Не, ну если честно, по факту, хайп будет крутой. В матче экстрим спирит в лузерах. Ну еще, конечно, есть люди, которые думают, что Spirit IG проиграют. Я, конечно, вообще в этом не уверен.
Это звучит, ну... Просто видите, разгон-то, палка-то раз в год стреляет, а вы говорите, что палка два раза выстрелит. Ну это же бред. Два раза палка в год не стреляет, она один раз уже стрельнула. И чтобы еще IG их победили, ну это вообще... Ну это чушь, такое сложно поверить. Но у гладиаторов, они же просто выиграли ряд, а мета не сильно изменилась. И по сути, они пиздец как круто играют. И они все больше, ну как бы они набирают с каждой серии все больше и больше. И хорошо очень готовятся к врагам. Придумывают какие-то заготовки. То есть, если вы посмотрите, у них на каждое бо-3 свой сценарий. Так, файт. Выходит у нас наунт в смоке, на вражеский вижен, ставит свой. Флай пытается что-то сделать, выигрывает время в сноуболе. Пошло ЕМП, нажимается дум на Юму, Юма БКБ тэп-аут. Юма умирает без шансов, Юма с байбеком, но он без ульты и без БКБ. Флай тоже отправляет в таверну без БКБ. Ну, у них даже нету... Я не знаю, тут преимущество 24 тысячи. И они просто, ну, и Бэтбум готовы. Бэтбум просто встречают их на хайграунде. Ну хотя там так, там 50 на 50. Я верил, что Тундра может обыграть Фальконс. Потому что Фальконы реально смотрелись не так сильно. Но я говорю, по Cloud9 можно делать вывод только после матча с... Они ни одного килла не сделают, кстати. Или сделают на сейве. Сделают. Доволен. Сайка, ультракил. Не, молодцы, Бэтбум. Я рад, что они пройдут финальный день. Просто вот со стороны зрителя играют безидейное совсем. Хочется какой-то накал страстей. В первый хоть какой-то накал страстей был. Хоть и драфт был у Наунс проигран в ноль. Но там Netpow реально... Да вообще Егор молодец на самом деле. Вот бомжей месить это вообще к нему. Он их вообще без шансов проиграл. Как думаешь, Егор исправил проблему? Я говорю, я что-то по команде судить. Очень как бы слабые соперники. Что Талон, что Наунс. Я в кружочке сегодня сказал еще в 10 утра, что они должны проходить и тех. Но у них реально очень проходимая сетка. Веришь, что ББ могут побороть проклятие Фальконс на сцене? Из того, что я видел, если Фальконы начнут пикать Луну, которую им никто не банит, они победят. Они против Тундры вчера играли с нереально хуевым, ну типа, ну не то, что с нереально хуевым драфтом, ну не со своим прям каким-то крутым драфтом. Часовую игру, которая вообще просто была нереально охуенной. Ну то есть, по сути, Falcons круче выступают, чем Бэтбум в среднем. И для меня они, конечно, команда, которая ну, просто лучше себя показала за все эти матчи. Так, тут Сайка не собирается, если что, отходить. Юма, Дум, пару ударов. Таверну, ВРК отправляется от Дума. Выходит у нас Вивер, но у Вивера есть что, Егис, он готов драться, возвращается, Найтфол. Ебать, у Егор, блядь, яички отрастил. Просто без шансов давит челов. Так, Торонто Токио, отличный ульт по твоим героям. Здесь же Сайка, под шардом, вылетают тычки с Дейдауса. Очень больно, умирают все герои здесь у нас. Остается только Лели, сдает Атос. Байбек пошел, ой-ой-ой, выходит на дисциплине Бэтбум. 38 тысяч преимущества. Бля, ну вообще не сдаются, пацаны. Вообще не сдаются. До конца. До конца. Иногда нужно иметь мужество принять поражение. Вот что я считаю. Да что ж они не пишут-то, блядь. Смеются с церклетки сейва. Сатаник пролетает здесь в Иру. Не, может быть, они реально верят, что могут перевернуть. Может быть, и правда. Может быть, это не надуманное. Миера прыгает. Дум. На Юму не может нажать, потому что сразу же дали ему глиммер. Мега крипов делает Сайка. И выходит просто Бэтбум. Тоже не жадничают. Если хотят ребята играть до конца, пусть играют. Не отдают вообще ни долечку преимущества. Вот мне кажется, Бэтбум вот так вот же должны были сыграть против Талон. Все в голове, понимаете? Все находится в голове. Вот им нужно было почувствовать кровь против Талон, чтобы вот так вот выиграть этих наунс. Вот получилось им обыграть Талонов, и это какой-то барьером все-таки в башке сломало. Может быть, где-то улыбнулись, пообщались лишний раз, посмеялись с этой церклетки. Но это не отменяет того факта, что, конечно, группа попроще у них. Ой, не группа, точнее, а сетка. Прикиньте, сейчас на ВРке байбекнется, типа... Дефать. Да, охуеть. Ну дают.
Могли бы Rampage Егору оставить. Это точно выглядело исключительно стереотипно. Мы будем играть, пока не упадет трон. Чел на Вивере сделал ТП на Шрайн, чтобы шмотку из курьера забрать и нетворс повысить. Вот так вот. Кто думает о чем, понимаешь? Кто думает о статистике и перформансе, а кто думает просто о победе и все. Разные мысли в голове. Ну, нетворс и так у тебя есть, если ты шмотку купил. Это называется шмотка на парсер. Понимаешь? Александр Левин, Александр Левин. Александр Левин, Никс, Александр Левин. Александр Левин, Александр Левин. Александр Левин,